שבת שלום. Еще раз шаббат шалом. הפסוקים שאנחנו קוראים הם מתחילים מהמילים שופטים ושוטרים טסים לכאן. И стихи, которые мы сейчас читаем, они начинаются со слов «Судей и сторожей я оставлю тебе». «Тасим беколь шарех». И их нужно поставить всех в воротах. «Вемамаша псуким аришоним им умрим гам эха шофтим цихим лишпот». И в первых же стихах написано, каким образом судьи должны судить. Они не должны смотреть на лица и брать взятки. וכשאנחנו מדברים נגיד על פוליטיקה שלנו, אז אנחנו יכולים לראות הרבה שוחד. И если мы смотрим и пытаемся вникнуть в политические дела, то мы видим, что много-много взяток есть тут и там. כמעט כל שני יושב בכלא היום. И почти каждый второй сидит в тюрьме по этому поводу. ולא יודע אם זה נכון, אם זה לא נכון. Я не знаю, это действительно так оно и есть, или это не так. Но когда Бог повелевает поставить судей, Он дает им учение, Он дает им закон, каким образом они должны судить. Они не должны смотреть на лица. Это значит, что он не должен различать, сидит перед ним богач, или перед ним сидит бедный человек. А какого цвета у него кожа, белого или черного? Потому что часто в человеческой природе так, что человек смотрит, и он начинает пренебрегать тем, кто кажется ему неважным. Потому что он чем-то отличается от него. О, бенадам, мамаш мискен. Может быть, он настолько бедный, что он не в состоянии ни за что заплатить. Но Бог предписывает судьям быть прямыми людьми. И вы знаете, есть во многих странах есть такой закон, что и в наших точках, в том числе, что Бог не имеет права судья не имеет права участвовать в судопроизводстве, если подсудный человек, тот, кого он лично знает. Например, ты попал в суд, и ты увидишь судью, и ты думаешь, о! Будет все классно, я его знаю, он хороший человек. Потому что я в свое время сделал его сыну там что-то такое хорошее, так он мне. И такой судья, если он действительно прямой человек, он должен сразу же снять свою кандидатуру, потому что он знает этого человека. Талмуд рассказывает, что была такая ситуация, что один судья он проходил по коридору. И он о чем-то думал себе, что-то разглядывал. И кто-то подошел и так перышко стряхнул, чтобы как бы явить ему свое благоговение. Может быть, он вообще не знал, кто это такой, что он видит человек грязный с перышком на плече. Так он взял его, почистил. Он таки хорошо знал, что это именно судья, но он видел, что судья с таким перышком. И тогда судья к нему обращается и говорит, ну, с кем я имею честь? А этот отвечает, я один, который в очереди, ждут твоего суда. И он говорит, сожалею, но зря старался, потому что как только ты это сделал, я снимаю свою кандидатуру, чтобы судить тебя. Асур, че ле шофет, а лев шело, и та, ле кибун мишу мусуям. То есть суть в том, чтобы судье
запрещено судить того, кому он уже имеет расположение какое-то с его сердца. Он должен действовать только и исключительно исходя из Слова Божьего. Астасим шофтим вешотрим бехоль шаарех. Так что поставь судей и сторожей во всех твоих вратах. Они лифны кама ямим аину бе тель дам, бе цфон арех шилану. И мы несколько дней тому назад были на севере Израиля, в Пендане. И это один из очень известных городов. Потому что во времена судей израильских он был городом культа, он был подобен Иерусалиму. И там некогда сделали золотого тельца также и поставили много жертвенников. С тем, чтобы отвратить израильтян, когда Израиль разделился на два царства, так вот, чтобы из израильского царства люди не ходили в Иерусалим, но чтобы приносили жертвы вот на этих вот жертвенниках. И в те времена, не то что сейчас, город был тогда городом, когда он был окружен со всех сторон стеной. Большая часть больших городов, они были окружены и защищены стеной, как, скажем, если взять старый город Иерусалим. И вот там, в этом Тельдане, есть остатки этой стены, и есть врата, которыми можно было войти. Вас бедюк, что это не в нас, есть маком для шофер. И сразу же, как только ты входишь во врата, у ворот было место для судьи. Везе бедюк маши катух, беколь шаареха тасим шофер. Это абсолютно соответствует Писанию, повелению Господа, во всех вратах поставь судей. Почему именно во вратах судья должен сидеть? Почему бы не ему не сесть в центре города, как полагается, в какой-то хорошей комнате? И сегодня мы видим, что каждый глава правительства сидит в центре города, как правило, в там, оформленном месте, с мозгами, со всеми делами. Но здесь ему предписывается сидеть на солнце прямо против входа в город. Потому что он надзирал за тем, кто входит и кто выходит из города. И также люди приходили к нему для того, чтобы быть судимыми у него. И это очень важно, если это твой город, и ты судья в этом городе, тебе важно, кто входит, кто выходит, что приносит, какие товары они приносят. Так чего им это потех мисада юкратит, о им это потех эзишу, не знаю, маком, ше анашим баим. А я лиха мод хашув ми ба, ве ми нехнас лишам. Ну, представьте себе, что вы устроили какой-то престижный очень ресторан такой для особенных людей, или какое-то место, которое какой-то клуб или что-то. Вам будет важно, кто входит, кто выходит. Есть по анашим ютер царим, что ю баим ли кольмины дискотекем, ли макомот, каэлю. А съешь шам тавид бекорет. И наверняка здесь есть такие, которые в свое время, может быть, сейчас продолжают ходить по дискотекам и прочее. И там, вы знаете, возле каждой дискотеки есть охранник, который проверяет. Лоэт кулям махнисим. И не всех пускают. Гам шофет а я хашум, но ми них нас. А им же бы надам тох, бы надам ра. И судье было важно видеть, кто входит и кто выходит. И это, может быть, это злодей какой-то, может быть, это преступник. Авал, кшанахам истаклим аля милим, полный дубар гам аль коли хад метан.
Но если мы читаем эти слова сегодня, то мы должны понимать, что это говорится о каждом из нас. Ата тасим беколь шареха шофтим вешотрим. Ты должен поставить во всех твоих вратах судей и сторожей. Беколь бен адам чу нехсаф леулам еш ло шаарим эху мекабель меда вэху моци меда. И потому что всякий из нас, всякий человек, по его отношению к этому миру, то есть есть его восприятие этого мира, как он получает информацию, как он отдает информацию. И это все можно назвать через врата. Через врата наших глаз, через врата наших ушей, через врата наших уст. כי איך אתה קולט מידע? אתה מסתכל על משהו, אתה רואה משהו. Потому что каким образом ты воспринимаешь информацию? Ты видишь что-то? Машу, умишу. Или кого-то? Вас потом за них нас лиха на рожь. Там отхили дамьен, отхили чо. Это входит в твою голову, ты начинаешь обдумывать это, обрабатывать. Эзе дворим ата шоме, лимата макшив. Какие слова ты слышишь? К чему ты прислушиваешься? Ки арбе памим анашим умрим лану амон дворим, амон информация нихнесет. Потому что мы воспринимаем от людей извне колоссальное количество информации. Это могут быть благословения, но также это могут быть проклятия, это также могут быть сплетни. Что ты вкладываешь в свои уста, какую еду ты воспринимаешь? Не менее важно, что изрекают твои уста, изрекают ли они благословение, или они проклятие. Потому что Иешуа сказал, что все злые мысли, они исходят из сердца. Это врата наши. Так что Бог говорит, поставь себе сторожей, судей во всех вратах твоих. Потому что судья — это тот, кто должен следить за тем, насколько соответствует информация, слова, которые я выдаю, или которые я впускаю в себя, насколько они соответствуют Слову Всевышнего. И этот самый судья, он и есть ты. А ты царих ливдок, а им маша не акшав мистакель, аль маша не мистакель, а им за то боле то. И ты, именно ты, тебе Бог поручает воспринимать и оценивать эту информацию. То, что ты видишь, то, что ты слышишь, хорошо ли это или плохо. И ты должен судить в соответствии со Словом Бога, а не в соответствии с какими-то своими предпочтениями. Не в соответствии с тем, что тебе просто нравится, или то, что нравится твоему сердцу. И к мощи дебарно, то целих лет мамаш яшам. То, о чем мы говорили, ты должен быть прямым в этом. Вы им олевшил ханутек лапы кибун мисуяма за басуль. И если твое сердце уже склоняется в определенном каком-то направлении, то ты уже не можешь судить правильно. Улай трагаль так варля асот машу мисуяма. Может быть, ты уже привык к чему-то делать какие-то вещи определенным образом. Вазыны ата чав целих лет чофет валягид. Стоп. И вот себе ты уже выступаешь в роли судьи, и ты должен сказать себе: стоп, до сих пор. Маспик им зе прямо клалет они муцими опошили. И хватит уже с этими проклятиями, которые вытекают из моих уст. Зе шофер, чомер, ра, тов, нахон, ло нахон. Это судья, который говорит: хорошо, плохо, правильно или неправильно. А за лиги азман, че коли хад метану, יתחיל לשים אתם בשערים את השופטים, את עצמנו, ולהגיד האם זה טוב או לא טוב לפי דבר אלוהים. Так что пришло время, потому что каждый из нас, он поставил своих вратах сторожей и судей, чтобы они судили, хорошо это или плохо. אבל חוץ משופטים, הוא אומר, תשים גם שוטרים. И вот кроме судей, которые мы говорили, он говорит также и о сторожах. שופט זה רק אומר, האם זה טוב או לא טוב, האם זה נכון או לא נכון. Судья говорит, он просто выносит суждение, хорошо, плохо, правильно или неправильно. אבל שוטר זה זה שמבצע את ה...
Сторож – это тот, кто исполняет то, что судья постановил. Это мишу, что царих левацеа, это давара нахон, вэтэмлем ахлатан шэля шофет. Это тот, кто должен привести в исполнение правильные вещи, то, что постановляет судья. Спамим работ хасэдлану шотрим. И очень часто нам недостает сторожей. И в этот шалав лифамим ата омэр вау, они хоте. Потому что ты можешь заключить в каких-то вещах, о, я понимаю, здесь я грешу. Они ломит на это, может, Тора роца, может, Элоим роца. Я не действую в соответствии с тем, что Тора хочет, то, что от меня хочет Всевышний. И гата ла хлата, асита давар шель шофет. И вот ты вынес суждение судьи. Везенахон, а вот эх ли вацается? И это правильное суждение, но каким образом это исполнить? Кипамим, лифамим, анахно умрим, зеленахон, а валя там амшик. Потому что часто мы приходим к заключению, тут и там мы не правы, но мы, тем не менее, продолжаем в том, что мы делаем. Хихасер шотеша и вацеа – это масканашеха. Потому что недостает этого самого сторожа, который исполнил бы постановление судьи. Остаться рехлёт гарм шотер ляцмаха. То есть ты должен не только, быть не только судьей, но также и сторожем для себя. Помарта царигам либаце, это ахлата нахуна. То есть ты должен исполнить правильное суждение, которое вынес судья. Има там ивенче маши акшам ватам истакенала, вуло нахон, вуло то, вуло бари легум шилха. Если ты понимаешь, что то, что ты видишь сейчас, это неправильно, это нехорошо, это не прибавит здоровья твоему телу. И гада лехлата, и ванта это. Царих левацет, царих лесот, это еще поулякшам. Ты дошел до этого, ты понял. И теперь нужно предпринять какое-то действие. А сюда это царих лиховод, это махшев. Может оно заключается в том, что просто нажать на кнопку и выключить. Улай царих лисбур это инай, оли стобэк. Может быть ты должен закрыть глаза или развернуться, или как наши религиозные братья шляпы вот так делают, чтобы не видеть. А это лесот машу. Лифи ахлата. Важно сделать что-то в соответствии с твоим пониманием, которое ты пришел. Вадабая, что помимо работы на хмурном сугалим на особо. Но проблема заключается в том, что часто мы не в состоянии сделать действие в соответствии с этим суждением. Мы сугалим льет шотрим для смены. Мы не в состоянии часто быть сторожами самим себе. И иногда мы нуждаемся в том, чтобы просто пригласить кого-то извне, сторожа извне. Это может быть твой хороший друг, который верующий, который понимает, о чем говорит Писание. И он может помочь тебе остановиться и предпринять определенные действия. Потому что сторож, он тот, кто смотрит, тот, кто исследует, тот, кто расследование производит, и тот, кто в конечном счете совершает действия, чтобы прекратить это. И мы часто с опаской посматриваем на полицейских. А им за шотер, ну а ему самой. Может быть, это дорожная полиция. Самой. Шоу носе бареха враги, мокуля, лапуш враги. Вот, то есть, такой в скрытой форме, то есть он не выдает себя ни формой, ни автомобилем с этой бы-бы-бы-бы-бы. Он просто родил Баквиш. Едет просто как ля-ля-ля, ты не понимаешь. И он так это как бы хихикает тебе, когда смотрит на тебя, говорящий по телефону во время езды. Вас потом бацан. И вдруг он свистел по своему понимает и говорит. И микрофон казашель мештара. Матюгальник выставляет на это самое, говорит. Машина такая-то, остановись в этом случае. А? И дает тебе по-дружески штраф. Почему я рассказываю вам про вот такие вот скрытые дела? Шотер, потому что сторож, полицейский,
Он тот, кто все время следит за порядком. Так что, если ты не в состоянии все еще стать сторожем для себя, найди себе друга или кого-то, кто будет помогать тебе. Есть шофет амити, шелу макир паним, вешелу нотели кивун эхан, вело локех шохат. Будь истинным судьей, который не смотрит на лица, который не берет взяток и который действует в соответствии с Писанием. И что это значит применительно к нам, если мы говорим о самих себе, как о суде? Что это такая взятка? Я судья, и я не должен брать взятку. Это значит, что ты уже получаешь удовольствие от того, что ты делаешь в своей жизни, это не совсем правильно. Но ты получаешь удовольствие. И ты получаешь как бы плату. И это говорит о том, что ты уже взял взятку, и твое сердце, оно уже склонилось в эту сторону. А зиги азман лягид лё. И так что пришло время сказать нет. Были ваце, для соте за счет пауля, и предпринять какое-то действие, чтобы прекратить это. Заба, они муделиха, а за вашенха. Я благодарю тебя за твое слово. Они мы вакенши, а так и тен лану кохот льет шофтим амитим. Я прошу тебя о том, чтобы ты дал нам силы быть настоящим судьей. Вы от ютер кохти тен лану, что нухан ли ваце, это мишпата нахо. И дай нам еще силу для того, чтобы мы были в состоянии быть сторожами себе, и чтобы мы могли исполнять постановление судьи. Векшанахну халашим, тазор лану лицо анашим амитим. И если мы слабы, помоги нам найти правильных людей, которые помогут нам быть сторожами, которые помогут нам действовать в соответствии со Словом Всевышнего, которые будут верны и которые не будут потом злословить и сплетничать. Мы просим тебя твоего благословения по имени Ишуа Мессии. Аминь. И я хочу добавить буквально несколько слов, потому что я настолько впечатлен от того, что Дима сказал. Они Он фактически показал нам с двух сторон, как бы извне и изнутри точку зрения. И нам имеет смысл подумать об этом. И мы иногда знаем, что надо бы, в общем-то, на это закрыть глаза, потому что не есть хорошо то, что мы видим. Но мы не очень хотим закрыть. Или, например, надо закрыть холодильник, но мы не очень хотим закрыть холодильник. Я хочу прочитать несколько предложений из Священного Писания. Коах ле шофет шелану, ве коах ле шотер шелану. Эти места Писания, они могут дать силу судье, который в нас, и сторожу, который в нас. И это то, что говорит Йов. Когда светильник его светит над головою моею, и я при свете его хожу посреди тьмы. И здесь говорится о свете с небес. А ты, Илим, готов, ты возжигаешь светильник мой, Господи, Бог мой просвещает тьму мою. Это написано в псалмах. Шейрухим, но тем коах, изу. Когда Бог дает силу, укрепление. Ваине мау мэр шлом амэлэх. И вот что говорит царь Шлома. Ибо заповедь есть светильник, а наставление свет. Они пошли про царя агид. Рабим метану, каха бахафив, ломдим китвей кодеш. И я хочу сказать такую вещь, что многие из нас, мы так это поверхностно довольно-таки, когда мы читаем Писание, мы поверхностно изучаем. А вальдавка и твой кодеш, ба цура мистит над ним коа, ле шофет, ве ле шумер ширану. Но именно Священное Писание, когда мы
внимательны к ним, мистическим образом дает силу судье, который в нас, и стожу, который в нас. И тогда мы получаем намного больше ответов из внутренности нашей, из того, что Бог говорит в наше сердце. וזה כבר מראה על מצב התבגרות שלנו בהליכה אחרי אלוהים. И это показывает наше взросление в хождении нашим перед Всевышним. עכשיו, זמן, תודה רבה. Давайте перестанем.